Люк, хочешь песню спою? Не хочешь? Тьфу ты, елки-палки, но все равно послушай. А жизнь остается прекрасной всегда, состаришься ты или молод, но каждой весною так манит туда, в Одессу мой солнечный город, в Одессу мой солнечный город, у Черного моря. Да, родненький, не благодари, долго для тебя стараюсь. Долго ты копошиться будешь еще? Что Боже ты? Мой, мой хороший мальчик. А я думаю, где ты делаешь? Друзья, всем привет, с вами Одесский Липован. Привет, мои хорошие. Эх, друзьяки, ловите страшно красивую вещь. Кать, ты посмотри. Красивая и страшная. Че это? Тихо, чтобы на тебя машина не наехала, ты ничего в агромаркете пригодишься. Там в агромаркете же акция, пересаживают бесплатно. Так я подумал, лучше, чем они, я никогда так не смогу. Тем более бесплатно, идем. Горшок есть, единственное, что землю не взяли. Так и не надо, у них есть, да? Я думаю, что могли бы и горшок даже не брать. Люк, сидим мы ненадолго, понял? Тудой-сюдой. Здрасте. Ну, Липован, Липован, ты все в агромаркете дадут. Смотри, цветок, цветок, цветок. Что ты меня пугаешь, я все чувствую. Чуть не прихлопнул. Кать. Вот ты как это. Как кто? Короче, друзья, едем на барахолку. Через агромаркет. Уже по сложившейся традиции. Да потому что у нас есть. И нам такие всегда надо. А судя по тому, что комментарии люди пишут, так не только нам. Надо. Ты посмотри, все что-то ходят, покупают. И Катя там еще в интернете заказывает. Ты остановись уже, хорошо? Хорошо, Сережа. Он Васильевич звонил, предлагал пару смарек передать. А говорю, Васильевич, извините. Нема куда же в огород впихивать. Смотри, сколько у них деревьев приехало. Елки-палки. Да сейчас именно самый цимис. Мне надо... Что тебе надо? Какое-то место найти, потому что я хочу тройную грушу еще. Может, я совсем уже кукухой поехал? Наверное, мне хочется именно засаживать, ты понимаешь? Засаживать? Именно засаживать все-таки хочется. Все-таки, наверное, ты поехал чуть-чуть кукухой. Да? Посмотри. Посмотри на это. Это, Катенька, краски весны. Тихо, не гни, не я твое. Я аккуратненько, что ты мне... А вот тройная груша. Есть, нет? Да? А, не знаю. Ну, груши это есть. Это стволовые. Да есть столько, что хватит на всех. Идем. Быстро. Агромаркет. Здрасте. Здравствуйте. С удовольствием. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте. Скажите, что у вас еще есть эта акция? Пересадка. Пересадка, да. Ты что туда, я туда попал. Здрасте. Как там, крепкого здоровья. Кто крайний, куда заходить? Татыш, здрасте. Я принес вам страшно красивую вещь. Она и страшная, и красивая одновременно. Видите, как запустилась? Да, нюня. Да, но она у нас старенькая. Много. Богато. Чуть-чуть старше Кати, да. Я ей еще в садике подарил. А Катя не молодая по его да, судя по нашему, это нормально это. А куда вы хотите? А мы хотим сюда, или сюда он не подойдет? Не подойдет. Катя, вернешь, а ты помнишь, где ты взяла? Ты что? Всю мою зарплату. Кореневої системи, їй треба прозорий вазончик. А, прозрачно. Вона буде... Хорошо. Ну, от як этот був, да? Осторожно, ти чуть кактус не повредив своїми. Так, може, то мені треба, так я його куплю туди. Ага, ні, у нас вже від вас є. Хорошо, так, виходить, нам вазон нужен більше? Прозорий. І більше, ніж наш. Прозрачний. А у вас є? Так, йдемо вибирати. Ладно. Слышишь, а сюда я что-то еще посажу. А что мне с этим делать? Так, Катя, посади сюда, тут можешь что угодно. Хочешь виноград сади, хоть киви себе еще один. Будем разделять. Их можно разделить. А надо? Это окремо? Да, да, да. То есть будет три? Або дві. Краще дві. Боже, гортензий сколько, елки-палки. Что-что, гортензия? А магнолия тут еще есть, мне точно нужна магнолия. Ты если присмотришься, то и не одна. Катюня, смотри, вот такой вот. Так мы можем один посадить в наш, наверное? Она питается за счет кореневой системы. Да, 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 лучами. Воздушными. Она, да, воздушными корнями. Вода и постольку, поскольку. А у нас через... тоже прозрачный. Ну да, а цей не прозорный. Добре, нет. А я имела в виду, мы ж на две делим. А, вы хотите в цей же? Да, один можем туда, то так и сделаем. Так да. Пусть, может, три будет. Да. Зачем? Так два в этот и один в наш. Все в орхидеях, поняла? Все, договорились, я главный, три. Все равно деньги у нее. Ладно. Что, а мы можем вас оставить и сами уехать на барахолку, правильно? Да. А потом не заехать? Да ты что, я знал именно, куда надо попасть. Ура!
Так, ну хоть что-то глянем. А до каких моментов эта акция идет, пересадка? Или всю жизнь? У нас пока не знаю, без кушетки. Все время, ребята, приходите бесплатно, всю жизнь можете что-то себе пересаживать. Слышишь? А хотите, как я, можете и засаживать. Примула нові, які позаходили, гармінні. Та ти що? А весна, он, ну, скоря все. Катюня, смотри, какой парк красивый идет. Бачиш? Смотри, клубника купается. Та, Сережа, я не знаю, куда смотреть, ти мене... Снимай, короче, медленно. Примула, ті цикламени в нас. Ох, я таких і не видел никогда, ти посмотри, які цветочки. А, это что, пион, да? Пион – це трьохрічний, але ще є у нас однорічні. Он, піони – це коренневої системи. Ох, Катюня, я только что увидел. Что, Сережа? Как красиво растут вот эти вот. Нет, я такие не хочу. Да ты помнишь, у меня такой был? Это подвесной. Он обрастает вот таким вот шаром. Хорошо, огромным. Хорошо, ну, я домой зарастается. Не хочу уже. Мне уже да там... на улице пусть висит. Да пока он зарастет, да ну тебя, Сережа. Он быстро растет. Не хочу я такой. Я хочу цветущий, вот, чтобы висели. Как называется эта прелесть? Это очеток. Это на этим... Он очень красивый. Он уличный, я и говорил. Не надо, нет, Сережа. Оце бусинки. А що це за бусинки? Оце воно списає. Боже мой, нічого себе. Оце, бачите, угорщик. Обалдеть. Ребята, мне кажется, не то чтобы кажется, я уже уверен, что вы Голландию переплюнули. Вообще. По ассортименту и фантазии. А я хотела пойти магнолии посмотреть. Идем глянем, вот там магнолии. Большие они маленькие или маленькие? Давай с ним без барахолки. Нет, с барахолки. Тьфу ты, елки-палки. У вас они маленькие, да? Малышки? Маленькие и великие. Они великие. Ага. У каждого свой колер. Тюльпановые дни. Угу. Смотри, какой файный. Обалдеть. Это розовый? Да, розовий, але квітка дуже крупна і цвіток аж свисає. А ці як тюльпани догори. А, от я хочу такі, як догори. І, а от як от на картинці? Ну це ось воно. Там все от оно є. А от ось? А це воно буде? Вот это трехрічна вот це? Так. Це темніший колір, то буде. Вона росте медленно, но всю жизнь. А через що? Да. А це однорічні. А это малыши. А когда они будут цвести? Ну, це трехрічна вже у нас квітла в магазині. Да? Все на третій год. Да. Слушай, так. Грузинська, вона не скидає листя на зиму, а ці скидають звичайно листя. Тобто, нічого себе грузини спочатку, молодці. Спочатку буде квітка, а потім уже листочок. Шикарний вид. Ну что, ну на гортензию, ой, как это, на магнолию я согласен. Для тебя найду место в огороде. Ой, не для тебя, для магнолии. Что, ты хочешь? Угу. Какую, маленькую? Не, ну что маленькая, пока она там приживется, то я не знаю, и той магнолии не видно. Что? Я же за экономию думаю. Что? На эти деньги можно набрать вот все эти маленькие и подождать 3 года. А что, тут раз-два время, знаешь, как быстро летит? Ну думай давай, деньги у тебя, чтобы давай, пока остались на барахолку. На барахолку и я вернемся, да? Да? Хорошо. Все, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Катюня, поехали быстрее, ой, барахолка закроется. А это вот ивы. А агромаркет-то работает. Шо? Это же ива. Это верба. Вербочки, да, ива. Да. Ага. И это тоже, верба. Смотри. Да, они разные. Они такие вот... Да? Все, как ты показываешь, вот такие вот. Все, валим, бегом. Подожди, ну еще хоть гляну вот еще немножко. А мне вот еще знаешь, что потом надо? Катюша, барахолка-то только... работает до какого-то сейчас, определенного боже времени. Боже мой, сколько, посмотри. Да. 8 марта скоро. Люди могут вот такое, это же такая красота стоит. Просто у нас есть. А так бы мне надо было бы, наверное, еще, Сережа. Там я Алена что-то вчера привезла. Ты вообще мне не даешь покоя, елки-палки. Я когда-нибудь буду отдыхать. А я все время там что-то копаю. Да не, не переживай, Сереж. Да? Ну, конечно. Поехали. Нам вот такая штука надо. Так это увлажнитель. Ну, так правильно. Куда тебе? В квартиру? Зачем в квартиру? У меня клубника на улице растет. Что, думаешь, он не будет? На три части, да. Одна в нашем горшке остается и две в вашем. А ничего, они будут свисти, они не... Все будет нормально, там золотые руки сейчас этим займутся. Оставьте в покое. Скажите, пожалуйста, а вот эти елочки, вот эти сосенки, вот они у вас там стоят? Да. Их уже сейчас можно в грунт высаживать? Да? У нас такие две есть, мы у вас брали. Все,
пошли. Да, и у нас тоже пошли. Да. И можно уже... Да, уже можно, коням можно. А потом на следующую зиму надо их прикрывать, чтобы они не померзли. Это вообще калиска, але вона вулична. Це вулична. Угу. Тобто, можете, якщо буде вона ще так не сильно велика, то біля корней прикрити. Все ясно. А так, взагалі, вона вулична. Катюня, у меня в школе по географии, не помню какая, но хорошая оценка стояла. Тихо, еще сядешь сейчас мне на виноградник. Климат у нас с Италией очень похож, поэтому не переживай. Будет у нас расти, как в Италии, даже лучше. Бонджорно. Спасибо большое. Бонджорно. Поехали. Малины. Слушай, как приятно, аж не хочется уходить. Смородина. Да, 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 да. Да. Все запускается. Идем. А где ты этот горшок взяла? Купила. Тебя что, как это, не рассказывали? Ничего, мы знаешь, что посадим в них? Что? Вот эти, которые, как они называются, осенние цветы. Ладно, короче, в магазин обратно не везем, да? Нет, конечно. Все, поехали. О, хозяин на твоем месте сидит. Ты ему водичку взял? Да, конечно. Ты мой мальчик любимый. Ты мой золотой любимый мальчик. Мой хороший, мой сладкий. Составишься ты или молод, но каждой весною так манит. Катя, давай в зоопарк сходим. Так мы же уже собирались. Так сходим, тут недалеко, даже ехать никуда не надо. Не, сегодня на барахолку. Вот тогда и едь на барахолку, а не собаку себе там зизюкай. Поехали. Все, в глазах рябит, не могу переключиться из этих растений. Смотри, и волосы продают. Бутылка, карандаши. Катюня, давай сразу договоримся. Угу. Снимаешь сегодня все, кроме трусов, поняла? Ну, чтобы меня в кадре не было, тупо снимай барахолку людям. Угу. Вот все, что там есть. О, гвозди у меня у дедушки. Все время вот такие баночки были. И у меня у папы также. Да? Конечно. Слышал, мокасины модные. Ты видишь, на полуспущенных, полуспущенных. 37-38 людей, когда так. О! Этот молодой интересный, у которого эксклюзивный фотоаппарат. А ну идем сюда. Так. Ну, возьми вот эти штучки. Какие? Вот. Летающие? Ты, пожалуйста, спасибо, будешь говорить? Или пожалуйста, сегодня опять Сереженька. Вот так вот? Вот эти? Для чего это? Это бумеранг древний, слышишь? Ну, это на углы, например, там, понимаешь, вот на дверь вот так. Красивые. Ай-яй-яй. Почем? Интересно. Катя, ты успокоилась, я с тобой только пришел, только подошел, я еще даже не знаю. И что? Ох ты, раритет, елки ты балки. А это что? Это, слушай, этот самый. Что это? Кондуктор? Да. Да? Или пепельница. Это из машины. А это из поезда пепельница. Поезда, слышишь, да, наполированная, елки новая. Там еще бычки в ней не были. А, она геть новая? Ну, ты что, да. Еще даже никто никогда ни разу. Обалдеть. Марат, тут такую на кровать повесить. Я такую уже на кармане носить его. Покурили. Сколько стоит? 400 гривен. Ну, для вас 350. Да ты что, почти бесплатно, Кать? Ну, я считаю, что Марату это точно немецкий. Надо купить. Бери подальненького ты. Когда составы немецкие. Ага. Тепловозы. Понятно. Которые ехали. О, тут красота. Давай здесь полтора часа снимать и валим. За орхидеями. А что это такое? Кальян? Перемотка включилась. Ну, я слышал, когда оно в руках было, я еще его плёнку. Поняла? Это индейская трубка мира, по-любому. Отсюда вождь курит. Поняла? Или отсюда? Не, что-то полезное. Это, короче, там дед работал, когда на коньячном заводе на Шустове. А-а-а. Что-то ремонтировал, оттуда кучка. Понятно, короче, лишняя деталь получилась. Трамвая у нас еще не было, что ты? А посмотри, фуры нету случайно? Пятерочка, а нет, 26-й. Слышишь? Кого? Фуру или сей хочет. Они железные? Настоящие? Слышишь? А это? А? Ну это без этого, без резины. Вот, друзьяки, слышишь? В любом возрасте сразу в детство возвращаешься. Вот я... У меня не было такой коробки с такими машинками. Ну а желание осталось. Ёлки-палки, какие хочешь.
Надо было сегодня его с собой брать, нашел бы себе фуру. Вот есть вот такой вот грузовик, это не то? Фура, ты знаешь, что такое фура? Ну, догадываюсь. Вот нужна фура. Трактор есть, вот трактор я точно знаю, что это. Какие хочешь, нет, Катюша, фуры нет. Тут только одни гоночные. И автобусики. Красава, бррр, еще и работает. О, без резинок, вот же ж. Ты думаешь, ты найдешь фуру? Так что? Что? Пепельницу будем брать? Да. Марату, а где он ее себе повесит? Не знаю, приколоть где-нибудь. Возле компьютера? Да. На стол. А как он ее потом чистить будет? Тут... Ты если прибьешь, то ты же потом не почистишь? Не, есть какой-то механизм. Ты думаешь? А ну спроси. Да. Нажми там что-нибудь. Я не нажимаю. А чистится она как? Вытрушивается, снимается? Или тут что-то нажимать надо? А, отщелкивается. О, все. Класс, блёчки, видите, потом собираю и в ключ положу. Понятно, понятно. Вот все, все, все. Да. Давай возьмем, ну это классная штука. Давай, бабки есть? Все, ты шо. Для Марата, конечно. Обалдеть. Как приходит, у меня всегда что-то покупает. Да? Вы у меня покупали, только не смотрите. Да, да, да. Обалденная вещь, елки-балки, это такого ни у кого нету. Давай. Не могла же больше дать, чтобы не сдача остались? А у вас нету, чтобы без сдачи, да? Да-да-да. Не, 50 гривен надо. Что, нету? Эх ты! Нам же сделали скидку. Так давай мы на 50 фотоаппарат возьмем, не? Я понял, ну хотя бы потрогать. Так, сдача сюда. Пошло-поехало. Я с тобой договорился, покажи людям, может кто-то ищет себе в коллекцию фотоаппарат такой. Спросите уголочек, какую цену, я смотрела красивую. Ага, сейчас пойдем узнаем. А эти бумеранги старинные почем? Ну, 500 гривен пара. Ох, ё-моё. Катя, оно тебе не надо. Почему? Да хватит пепельницы. Так пепельница же не мне. Зато шкафчик будет красивый. Да, это она такая, что у нее все будет. Еще и красивая. Ну что? Походи, подумай, да. Так, спасибо огромное. Спасибо. За эксклюзивчик. Всегда. Не, ну фотоаппараты ты посмотри, елки-палки. У кого коллекция, так это ж вообще милое дело. Вот это. А это, ты понимаешь, какой? Деревянный, походу, еще, 100%. Mm-hmm. Ну все, пойдем. Сережа, а ну купи мне эти штучки, я потом буду, я прицеплю их на дверь, это будет очень красиво, на. Чтоб я, ага. Бедная, не переживала потом. Хорошо, а так, чтобы забрать, сколько вы нам их отдадите? 400 гривен, правильно? Ну, ладно. Все, возьмите. Ну ладно. И сдачу удобно давать как раз. Вот как я торгуюсь. Учись, студент. Хорошо, а куда? Я это тебе покажу. Ты будешь, дом. Да? Да. На дверь при входе, Сереж. Вот благодарю. Спасибо. Спасибо огромное. Ай-яй-яй-яй. Катюня, мне еще на канистру осталось. Не, уже с твоими покупками. У нас уже ни на что не осталось, Сереж. Как это? А на тельняшку вдруг попадется у меня такая. Вот мы ходим каждую барахолку. Угу. А дай я нашим подписчикам уважаемым скажу. Говори, говори. Я же сегодня празднично оделся. Угу. Одел самую дорогую для меня тельняшку. Катя, у меня душетрепещущий разговор ко всей аудитории, елки-палки. Да хватит ты уже цуценя этого снимать. Уже все знают, что у тебя есть собака. Вот такую вот на барахолке купил, и вот сколько ходим, второй такой нет. Неужели такое может быть? Вот такая, как у деда была. Ты можешь быть серьезной хоть иногда? Ты что, не видишь мимика у меня лица какая интересная? Не как обычно. Просто второй такой не бывает. Может, у кого завалялось, а что ты? Смеешься. Я твои бумеранги в машине оставлю, пусть охраняет твой. Хорошо. Как он там? А, не будить его? Нет, Сережа. Люк, спи, все нормально. А пепельницу я с собой возьму. Зачем? Может, кто-то курит, а я раз такой, опа, ча. О, Сережа, шикните сюда. Куда идем? Ну, а? Пошли прямо, да. Туда-сюда, обратно? Там мы уже были в этот. По этой стороне? Да хоть как угодно идем. Пошли, вон там какие-то плафончики висят красивые. Маска, стулья. Раковина. Дай-д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 ай-
Знаешь, что это? Понятия не имею. Но раньше у людей не было такой обуви? Угу. Ходили там в лаптях, босиком, понимаешь? И мозоли были вот такие здоровые. И что? Вот сюда пятку вставляешь и крутишь аккуратненько, и мозоль стачиваешь. Сережа, ты как расскажешь какую-то ерунду. А что, не правда? А вон орехокол какой-то модный. Вот это? Ну, видишь, орех лежит. Да, вижу. Люстры, лампы, вентиляторы. О, синяя лампа от болезни всех помогает, поняла? Угу. Раньше в каждом доме такая была. Казаночки тебе не нужны? Шумовочки? Нет, казаночки не нужны, а шумовочку какую-то я еще интересную подыскиваю. Ну, это не все слабенькие бы. Ты плов такой не сможешь мешать. Угу. Это так там дома что-то по сковородке размазывать одно понятно, дело. Ну, понятно. А когда вот это на арену выходит 80-литровый, ой-ой-ой. Там лопатой совковой надо мешать. Идем. Слушай, а вроде тепло, а с другой стороны как-то и что-то по-весеннему? Прохладно, да? Ну вот прям. Ага. Когда мы уже птичку что этот? Приобретем? Певчу. Любое время, здесь недалеко. Староконный можем. О, совсем другое дело. Там Василий самовар говорит, у него есть лишний. Слышишь? Пузатый. О. Ё-моё. Вспомнил, что? Увидел и забыл только что. Что? Рапаны увидел. У меня же рапаны лежат. Я же хотел запечь тебе. Ой, сделать. Боже, чего у тебя только праздничное лежит, блюдо. Вот такого у нас еще нет в ресторане. Слышишь? А? Да? Снимай не хочу. Да, у меня коллекция их. Авоська. Авоська. Сразу видно, кто что купил. Да. Не, у меня тут праздничная, свадебная. Слышишь, а где третья? Оператор. Она дома. Я знаю где. Фу, елки-палки. Извините, не вся коллекция. Одна дома осталась. Ох, лопата хорошая. Обязательно. А я на ту барахолку с тремя ходил, понакупал непонятно что. Ох, а тиски. Так она и мочалка, она и сумка. Так и да. Сегодня пепельница. Ну, эти души большие, да? О, смотри. Майка-тельняшка, но не та. О, слышишь, ты, елки-палки, кукурузу по пляжу продавать, ты поняла? Или там не заплывайте за буйки. Угу. Сразу можно с таким аэропором тебя инструктором на любой пляж возьмут. А что ты говоришь, Елисеюшка? Фуру заказал? Да. Может, ему опять Буратино купим? А что ты, не фура, но есть. Человек хочет. Это же лучше, чем ничего. Красивые часы, интересные. В ресторане бы висели. А? На шланг волосатый, помнишь, от пылесоса? Конечно, ракета или от какого-то. Здрасте, у вас как на пляже. Все солнце ваше. Да. Градусов на солнце. Балдеж такой. Работает такой угорелый именно красавчик. Ты стучишь им, не как это, с утра до вечера. Я стучаться не могу. Да подожди, еще не время, елки-палки. Может, я еще один какой-то себе хочу. Не работает. Пошли, Сереженька, пошли. Пойдем. Пошли. Молоток есть достаточно. Кать, ты смеешься, а тут... Для счастья надо, да? Какой-то новый полукруглый, да, очень удобный. Это для ювелирки. Оп, и сразу, и все. Или нервы проверять вот, можно. Когда от курения гипнотизируют. А, вот этот вот? И вот еще, да. Вот это то, что надо. Это для них. Ага. У глаз прямо. Хорошо, а вот этот молоток Белоснежки, сколько вы в тот раз говорили? 300. Да говорили, дешевле было. Елки-палки.
Вот мне такой надо. Зачем? Да может я восьмой у нее буду. Ну вот когда будешь, тогда и придешь за молотком. Ёлки-палки. Эх. А то вдруг тебе не посчастливится. Ты ведь как-никак 100%. Не молод уже. Сколько от вас тут? 40? 40. Давай. Вот ты умеешь делать комплименты. Ну, я просто... Эх ты. За реалии себе. Катюня. Шо, что, нет, да поглядывай наверх, может, и няшка. Слышь, это ж сколько надо было языком вентилятор останавливать. А? Вон еще одна овосечка лежит, может, кому-то надо. Вон, видишь, хорошая? Тебе не надо? Да, слава богу, воздержишься, да? Слава богу, хватает. Ты давай шевели немного этими своими педикюром, потому что уже все сворачиваются. Да ничто, чтобы что-нибудь да успеть. Красота ручная. Да. Очень красиво, да? Ага. Жена занимается. Ой, дай бог ей здоровья, чтобы ручки не болели. А ну, когда такого стоит, так это вообще бесценный товар. А тем более, если недорого, так это же счастье называется. Конечно, да. Ага. Катюня, ну хоть поинтересуйся для людей, что почем. Вот такая вот. Сколько такой? 350 гривен. Ну, так я же говорю, что недорого. А можно живые поставить? Да что угодно, конечно же. Есть вот такие. Угу. Можно с корешочками. Поставить. Ох, Катюня, у меня же скоро для тебя вырастет. Что? Да я же там все сажал, ну что-то же вырастет. Крокусы уже выросли. Скоро нарциссы, тюльпаны попрут. Угу. Так что будем знать. Спасибо огромное. Что ты хрустишь? Это поясница? А? Не знаю. Что-то хрустнуло, Сережка. Слышь, а что, я вот таких уток никогда не видел. Тихо, не стальное стекло. Каких? А вот таких вот. Ой, боже. А ты писсуар, Сереж. Ну, так я же за это и говорю. Ой. А что ты? Хоть не гавкнул на тебя, елки-палки? Без спросу лезешь. Ой. Что там за интересно? Да он что, не покусал ее? Ага. Чужую не признал, короче, ее. Ай ты, Катя. Да, Сережа. И ты же понимаешь, куда же руки тянутся? Ну, это интуиция называется, знаешь? Лучше, чтобы ты была здорова. Чего? Со своей интуицией. Нормально, нормально. Я должна испытать свою. Это да. Так ты даже не спросила, почем книга. Там читать, не перечитать, короче. Она же боится вообще что-то спрашивать. Это точно. Зашугал меня, Сережка. Да речи отняла. Да успокойся. Да ладно. Переживем, да. Меня это этим не испугает. Так, что-то жили всякие надо взять с барахолки. Фу, ну я. Великолепно. Да, скачет так, что пипец, блин. Такой старинный, у нас уже два. А, ну с Катюшкой три, короче. Так что растет потихонечку. Эподром, спасибо огромное и вам. Новый год не скоро, а тебе не имется, вижу. Что не имется? А вдруг что-то интересное? Что мне нужно? Там, мне кажется, все интересное у тебя уже дома. Дома-то одно. Так. Вон там что-то полосатое лежит. Это не то.
Да? Ты же видишь, она геть другая. Это та, что по колено. Нет, я знаю. А стираешь, что натягивается? ХБХ настоящая это. Я же тебе рассказывал и не перестану говорить, что у меня... Я дедушки две вот такие были. Я их тягал. Так. Вот такая же мне на барахолке попалась. Видишь? О, какой мотоцикл там велосипедный. Ты шо? Один такой на барахолке. Яночка, доброго ранку. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Здоровенький был. Что мы тебя не отвлекаем, потому что мы случайно ходим. Что, попугаи уехали? Конечно. Все, теперь они уже как это, имеют свой вольер, да? Там новый попугай есть. Ох, красивый какой! Не, мне больше вон собачки нравятся. Не козел, конечно. Собачки с изъяном. Да, с каким заводским. Он трещина, они... Так я читал в интернете, это еще дороже. Не, ну я тоже уже. Ага. Я тебя саму забыл. А что ж такое гена? Елки ты палки. А ничего, надо читать сообщение, когда я сфотографировал и написал. Эх ты! Я? Да. А я что, не прочитала? Нет. Я? Вена, я всегда читала. Да, да, я. На вот меня вообще-то не похоже. Ёшкин фрау мадам. Ага. Ёшкин кот. Да все в Одессе знают, что я не читаю, ну ты-то куда? Ну я всегда вообще-то читаю. Вот. Все, придешь домой, перечитаешь. Гена, вы же знаете, я вам всегда отвечаю. Мы опять случайно мы не собирались. Смотрим, погода хорошая, в агромаркете акция пересаживают бесплатно растения, и мы подались. Да. Но пока не будут пересаживать, мы думаем, а чего не заехать, если ты еще не уехал. Вот тебе и все. Короче, вот этого попугая взял, вот этого зимородка. Ага, сику зимородок красивый. И... Кать, тебе видно? И сову немецкую. Вот. Она, конечно, небольшая, но прикольная. И думаю, подарю тебе. Ну все, а ей как раз и надо небольшая, но прикольная. Немецкая сова. Шикардон. Ну все, в следующее воскресенье. Я жду, чтобы я не забыл. Я возьму, провожу. Ох, сейчас все. Я посмотрю. А теперь ты ему напиши, Катюня. А я сейчас за конечно. Все, и пусть он не прочитает. Все, пошла обраточка. Ты видел этот велосипед? Да это огонь, елки-палки. Харли Дэвидсон какой-то. Так, что, куда идем? Да идем куда-нибудь, пока не закрылось. Яночка, не прощаемся. Пойдем, может быть, туда. Куда? Ну, мы туда не ходили давно. Куда, к Наташе? Ну, да, в ту сторону. Там мы ж были там. Как, мы тем разом возвращались оттуда. Ладно, идем как-нибудь. Странно, как это я не прочла. Здрасте, Бог помощь. Здрасте. Здрасте, Сереженька, смотрю все время. Здрасте. Без Манюнечки? Манюнечки у бабушки уже все хорошо, да, так что нормально. О, шестигранички, поняла, какие? Ты ба? Ну, хорошие. Ну, наверное, хорошие распродаются. Все хорошее. Спасибо огромное, спасибочки. Да ты что, а мы как знали немецкую пепельницу купили с поезда? Во-первых, Катюне сова нужна, слышала там сова. Да? Катя, ты сильно громко разговариваешь, тебя все слышат. Да, да, да. Или думаю. Сова. Он есть орел, не сова, конечно. Не, у меня сова две с камня, такая большая, но я еще не вынесла, я же только в среду приеду. Все, я понял, тогда вас с приездом и будем ходить и садить на ваших сов. Я чего-то слышала краем уха, что говорит, да, сова. Хочу сову. Да, да, что-то у нее там поселилось. У меня на выбор. Да, хорошо, ты класс. Тогда на следующую барахолку мы с еще большим желанием. Хотите, чтобы я на следующую принесла? Возьми, а что нет? Да, правильно? Воскресенье. Мы же когда будем? Воскресенье. А скоро вообще на 20 число нам самовар забирать. Ой, хорошо. Будем жить тут регулярно. Не пускай бабушку попробуем. Да вы красивая, особенно когда с Германии вернулись. Да, все, дан кишон. Взаимно, да. Всего доброго. Здрасте еще раз. Здрасте. И что вы видели, какая прелесть у нас? Ой, супница, та супница великолепная. Что мы там уже? Что-то мы там в нее уже... Вареники. А, вареники. Ой. Она старинная и красивая такая. А как зять был рад? Да, удивлен? Да, он был рад. Я говорю, смотри. Это все для зятя стараемся, да? Да, он был рад. Чтобы он был здоров. Я сюрприз приготовила. Да вы что? Придете к Вере Михайловне за собой. Я под супницу вам хорошую салфетку свяжу. Вот спасибо огромное. А и у вас, чтобы ручки не болели, да. Не усыпила, но не могла. Я все, не все нормально, ты же спасибо. Будешь как это. Я решила компенсировать салфеточку. Спасибо огромное. Спасибо очень большое. Приятно, спасибо. До свиданечка.
Вот люди какие замечательные, удивительные, видишь? И все своими руками. Не, нам не надо. Ну хорошо, ну посмотреть можно? А, ну посмотреть можно. Это куча розы. А вот сикая восечка вообще просто балдеж, маленькая, пузата. Слушай. Это вообще детская. Ребенку подарить. Да. Прелесть. Это еще советская. Да, да, да. А мне кажется, сейчас таких не выпускают. Они все вот те старинные. Наподобие. Ага. Ну то не то, да, 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 да. Это уже не то. Мне вообще кажется, что это авоська моей бабушки просто через поколение ко мне вернулась. Хорошего дня. До свидания. Ой, боже мой, лизит, красота какая. Кто, где? А, они всегда тут сливаются? Да, 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 да. Тут, если присмотреться, штуки 4 по-любому есть. Одобряю. Одобряешь? Какое? Вот то с карманами? Угу. А, или вот это в горошек, так оно же со штанами. Нет, сразу. Из дырки сразу же там. А? Нет, Сереженька, меня вот это красное как-то так за душу тронуло. Так давай маме подарим. Так, давай вот сюда, вот мы давно я так тебя... не ходили. Что ты меня? Ну, хочу попросить напомнить. О чем? Когда будем идти к Артуру, за самоваром, ага. Давай возьмем этого с собой, рыцаря. Давай. Может, Сережа. Он его отреставрирует? Да, я хочу его, чтобы он горел, как положено. Да, так хотя бы ему склеить руки-ноги. Не, ну, надо довести до ума. Ох, зеркало какое. Ты прям хочешь этой стороной? Так, а я вообще не понимаю, куда ты вот идешь. Сюда. У нас есть сколько сегодня людей, можно смотри, куда угодно ходить. Старинное зеркало, да? Мы и так ходили, и сяк ходили. Угу. Картина какая-то с клубникой. Его никогда нет. Интересная, да? Угу. Привет. Здрасте, здравенький был. Можно с тобой селфи? Конечно, да, да, да. За границей, ребята, я тебе липова на видео. Да, а ну две секундочки, сейчас так вот раз. Сделай сам вот. Все, сейчас нажму. На, сам возьми. Все, не, давайте, давайте. Давайте вы нас. Да, все. Сделай, пожалуйста. С удовольствием. Тем более за границу, ребятам, да. Да. У меня ребята спрашивают. Так, все, не говори. Отлично, отлично. Улыбаемся на всю за границу. Друзьяки. И туда, и сюда можно. И там, короче, да, друзьям привет передавайте. Привет, так что. Ребята. Все, спасибо огромное. Липован на месте, не переживай. Все нормально, так что да, спасибо тебе. Огромное. Хорошего дня. Здоровья детям тоже. Спасибочки, спасибо, спасибо. Сереж, спасибо. Шо, а уже что-то купила? Вот та чашка. Огромная та. Ну вот мне больше зеленая, нежели красная. А, вот та, что поменьше? Угу. Блин, а чайники какие? Нет, ну чайники у нас такая, есть. Вот прямо... прямо шедевр, так она же, наверное, стоит. А спроси, сколько стоит. Ну я аккуратненько поинтересуюсь. А сколько в этой чашке грамм? 750. А что стоит та, что поменьше? 700 гривен. Это ЛПЖ. Поняла? Ты хочешь такую чашку? А красная? Ты возьми, потрогай ее ручками. Буква М. А, это молдаванская получается. Ну ничего, мы там все рядышком. ЛФЗ. Ты что, елки-палки. Ага. Балдеж. А они все рядом там. Дружище, их они через село. Их до упора не заводят. Я... Потом на руку одела, они идут от руки, от пульса. Они только если полежали 2-3 дня, тогда надо опять 2 раза, если ты с руки а? Снял. Что? Вот они вечные, да. Да я как-то нравится? Это... Хорошо. Не, а что такая стоит? 1000 гривен. О. Давайте, давайте, да, конечно. Вот я бы такую с оленями бы хотел, а? Это с лосем. А, это лось, да? Это именная, она серьезная. Я понял, короче. А сколько в ней пью? 750. Я могу сбегать. Ты что? Обалдеть.
Ну, Катюша, я и не ожидал, а теперь у меня аж сильно захотелось. А это что такое? На сдачу взять, а? Тихо, тихо. Это не режет, это тыкается. Я понял, да. Это кинжаль. Это просто для красоты. Для этих, для посетителей, которые бузят. Да у нас не бузят. У нас все, слава богу, да, да. А еще и что-то приносят, да. А что же у вас за ресторан такой? А это классика жанра. А это да. Ты что? Да сейчас любой тореадор мне завидует такое держать в руке, а? Любой. Любой, да. Только тореадоры пользуются маленькими такими. Это шпаги, это для... Для понтов, да. Так что? Они же их больше изматывают. Он может раз, да. Шо, Катюша, за чашку? Да. О, какая рында, ё! Где? Да тихо ты. Серебряная, что ли? Здрасте. А, не. Легкая. Хорошо, ну тебе нравится та, а я хотел бы ту огромную. Не, я не хочу красную. Вот ты даешь. Так что, ты хочешь мне все-таки подарить? Ну, красивая. Ну давай, в агромаркете сэкономили. Не, а с другой стороны, не надо. Не надо? Не надо. Зеркало. Ты еще гривен. Может, я что-то еще полезное себе найду. Хорошо. Как, я же уже свой лимит знаю. Но... Спасибо огромное. Спасибо. Обязательно. Катюшка, сколько мы по времени можем гулять? Который час? А? Ну нормально. Ну который мы на такси? 20 минут второго. Сколько? 20 минут второго. Шмаляйте для жены, да. По полной. Все, увидимся и мы с женой, так что все будет нормально, да. Это, что... Разбей 500, ага. Пожалуйста. О, это так. Здоровенько. Килован, да, братик. Мариман. Он же ж, блин. А, липован. Липован. Разбей 500. А я же без денег хожу, понял? Да, у меня же одна авоська и пепельница были деньги. Смотри, какая красивая. Ой, как. Свет мой зеркальце. Хорошая. А почему такая прелесть? Блин, я бы сам в такой смотрелся, но я не бритый. Ну ничего. Что ты, Катюня, тебя заинтересовало? Ну не знаю, тут такое интересное, все маленькое. Чашечка, видишь, тоже ЛФЗ? Вон какая девочка чудная. О, да. Прикольная. Картины зачетные. Все, супруги, огромный привет. Поехали. Слышь, вот ложки интересные. Салатные. Для чего? Для соуса. Вот такие, да, что? Это не соус, не соус. Да нет, это... В другую сторону должна. Ты вот понимаешь? Да. А это непонятно вообще для чего. Ты же какой рот должен быть, елки-палки? Может, что у импрена, может, еще с тех видов? Как не для рта? Ну, не в рот. Эх ты. Ребята, ну подскажите, да, что это? Что это за... Мороженое. Прелесть такая. Мороженое. Нет, не мороженое. Это мороженое, вот, есть красивое для мороженого. Уже не хочу. Слышишь, сколько добра, барахла и не переводится. Вот это шикардос. Я думаю, тут и дети наши, и внуки будут лазить, понимаешь? Ты думаешь? Конечно же. Не знаю, и не знаю, будет. Сережа. Ох ты, какая красивая. Ой, боже мой, красота, да? Прямо. Я с вами поздоровался. Юра с нашего двора. С удовольствием. Юра с нашего двора, так и говорит, я Липована. Постоянно смотрю, передаю ему привет. Юрочка, и вам огромный. О. Сегодня, как это? Спасибо огромное. Сегодня прогулка, чисто за приветы. Ох ты, что я вас увидел, обалдеть. Я же искал в тот раз, ты посмотри. Ай-яй-яй. Ты поняла? Бздынь. Мне кажется, такую я тебе у мамы найду. Почем это? Сколько не жалко, не знаю. Сколько? Так сколько у меня там ездишь? Я хочу отвезти детей. Это классно. Согласен. Что, 20 гривен, 40 гривен сколько дать? Давайте так, чтобы... Все, и вам огромное. Пригодится мне в хозяйстве. Тебе это календарь мая не надо. Случайно вот такой вот? Вот это календарь мая. На сдаче? Ну да, поставишь.
Так, чтобы я еще по-нормальному мог читать, а это же вообще тут голова такая. Да голова такая, я перестану спать, начну думать, оно мне надо. Все, продастся. Спасибо. Что тут еще? Ой-ой-ой, открывашки. Не, у меня такой лежит. Может, тоже начну на барахолку ходить. Спасибо, до свидания. Знаешь этого Артема, который с козой ходит по этим, по барам, и у него невеста девушка, и он по дискотекам с козой ходит. С козой? Не знаю, такого не знаю. Что это такой парень? Серьезно? Он где-то на Таирово там живет. Надо познакомиться. Он козой молоком прямо в барах угощает. Вот красава. Нет, за такого не слышал. По-любому найдем. Спасибо. Коза с молоком. Здравствуйте. Поняла, какие у нас водители интересные люди? Какие творческие? Здравствуйте, доброго дня. Что-то слишком сеточка. Маленькая. Куда? Это я еще что-то в машине уже оставил. Так, пепельницу выгуливаю. Новая, еще в нее никто ни разу не курил. Ничего. Немецкая с поезда. Надо зажигалку еще. Вот блин. Так тут Марат вообще будет именно ковбоем ходить? Вот да, такая вот? Да. Слышь, и усы у него есть. Японский. Вот это да. А тяжелая какая, Кать. Бензин. И шо почем? 500. Джапан. Куда курить надо или как? Ну вот, вот здесь заливается бензин. Ага. Вот здесь кремень сюда вставляется. Делается. Короче, зипа вот такая себе. Нажимай, не бойся. Да. Вот, она. Вот здесь петелек. Да. Ох, интересное, слушай. Ну, можем уступить, если надо. Покумекаем. Ну, вещь хорошая, приятная. Берешь в руки, понимаешь, что это такое. Вещь, да, 100%. Да, вот смотри. Все для тебя. Все для тебя. Немножко уже не мафасон. Как? Ты что, поменяла имидж? Да. А Таро где? Таро, да? Там есть, все там есть. Таро. А там же еще книжицы есть. А книги посмотри. Я не читаю. Все, не мешай Олегу торговать. Спасибо. Все, хорошего дня. Помчались. Вот это Таро? Да. Вот ты хотела цепь для канареек, смотри, он есть. Не, я хочу немножко... Катюня, это то, что... Как это? Тебе надо по-любому. Так я же лошадь, а не наездница. В твоем понимании. Ёшкин ты вот, ладно. Хотел тебе приятно сделать. А? Вот эту? Интересно. Слышишь? А внутри не дырявая. Интересная. Я думал, что для сухостоя. Нет, можно еще нормально засовывать. Что? Показывают. Очень красивая. Сколько стоит? А тут же написано. Это ее цена, да? Да. Вот так вот аккуратненько. Очень редкая. Ну, красивая ваза, чувак. Хорошая фирма. Спасибо. Ты запоминай. О, смотри, бутылочки, как нам Макс подарил. Поняла? Вот такие тебе маленькие. Ёшкин кот, какие хочешь. Чайник интересный. Тоже какой-то маленький чайник-котелок. Так, так. Нет, давай уже все. Нет, 50 на полную этого не отдам. Скажи, в чем такая ваза? Вот такая ваза. Ваза $200. Пойдем. Это очень Надо нам к Майе Ивановне выбраться, Сережа, запланировать. Тарели забрать. Ох, какие. Здравствуйте. Здоровенькие были. Что-то там у ребят, смотри, интересное. Фонари заехали. Салют. Салют, салют.
Обалдеть. Здравствуйте, здравствуйте. Здоровенькие были. Вам в ресторан такое нужно? Ты шо, вот такое вот? Обалдеть. Это знаете что? Латунь, полностью латунь. Алёгенький какой. Ни грамма черного металла нет. Надо приобрести. Кромировка, покраска. Надо приобрести. Катя, два. И шо, почем такая прелесть? Вообще, как бы 500 у я, но у тебя 400. Ух ты! Ух ты! Хороший. Ну, я таких никогда еще не видел. Все, шикардос. Продастся только на Староконке, да. Такое только здесь. Удивительно. Какая коллекция? Коллекция вообще просто супер. Ты посмотри, какие. Ага. Смотри. Смотри, Катюня. Mm. Так, а что ты посмотри, они все. А это такой прикольный. Грустный. Ну такой клоун, елки-палки. Двоечник. Жалко его. Ага. Нет, кто его не покупает? Очень красивый. Так купят, не переживай. Люди коллекционируют такое. Две недели привез в Германию. Ну. Привезли меня. Они еще не надышались нашим воздухом. А я их боюсь, таких кукол. Кого? Вот не знаю, чего. Вот этих вот? Да. Ага. Просто всех боюсь. Эх ты. Да, эти хорошенькие. И второй здесь тоже. Угу. Вот у него тоже кепочка слетела. Но слушай, а где мы были в каком ресторане, там где весь ресторан вот такой? Это раньше надолго был такой ресторан. Страшно эти. Все, хорошего дня вам. Спасибо. Там где весь ресторан был вот в таких игрушках. Это мы с тобой были в далекой юности. Кукольных вот этих вот. Я тебя на кофе приглашала. Да, я уже не помню, как давно это было. Как это не помнишь? А я помню. А зря, что ты не помнишь. Лосейку Спартак. Угу. Или кто он там? Кидатель. Метатель. Красивый. Красивый. До свидания. Да, там. Алена обнимается. Обнимается, да. Вот здесь красота. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Что, Наташа ваша вернулась или нет? Нет еще? Ты что? Что она? Все, тогда мы не пойдем туда. Так она уехала на каникулы, получается, на все время, да? Понятно, все, теперь ясно, да. Только пришли. Пришли на свежий воздух. Боже мой, какая красота. У нас теперь тоже есть. Только в машине его оставили, да. Мы тоже выходим на часик прогулять. Водички дали попить и побежали. Да ты что? Гуляй не хочу. Кого? Да, на Староконном за углом там. Причем они очень редко попадаются, эти... Так и мы ни разу не видели. Кавалеры, да. Снег только стаял чуть-чуть. Я говорю, каких собачек вынесут? Говорю, не вынесут. И вот так вот нам... И так получилось. Да, класс. Все разъехались, да, один в Одессе остался. Куда ты сюда, Люк? Шо, Катюшка, что-то тебе блестит а здесь? А тут все такое красивое. Ага. Не знаешь, на что посмотреть. Да? Да, любовь моя, да. С конями. Вот такие бы нам ванные под полотенце очень быть было бы супер. Ну, у нас же там цветочки. А ты коней хочешь. А куда тебе еще под полотенце? Тебе мало там крючочков? Ну, люк появился, теперь надо еще один крючочек. Все, так что до угла можем не идти, Наташи нет еще. Загуляла. Что это? Ну вот, смотри. А кто из них девочка? Не знаю. Может, это два мальчика. Ну так я поставлю. Ну это дети. Я понял. А это интересно, что? Ага. А солнце притягивает как раз к стеночке. И никто уже никуда не торопится. Балдеж. Ты такси не забыла вызвать? Нет. 450. Там две штуки. А, да. Это знаешь. Коллекция. Немецкая с поезда немецкого. Декшмек. А она Канулевая вообще, она еще даже в поезде не висела. Где-то там наши люди в депо есть, короче, и сразу ее в Одессу завезли ее. Слушай, а я тебе же хочу вагоны в Германии сделать.
Ну что-то такое, что-то такое есть. Он, я тебе спасибо. У меня есть, чтобы оно еще зарабатывало. Мамочка, машина подъехала, можете выходить. А с кефиром еще вот эти вот полные, с крышкой этой алюминиевой. Я написала вам. С фольги. Угу. Или банку трехлитровую с пивасиком. Вот это же вообще огонь. Сережа, сколько пиру? 153. А? 150. Ага, хорошо. Идем домой. Что там, Катенька? Ничего, просто а? Красивые штучки. Да, все очень красивое. Пьеро в молодости, видишь, еще босиком. Ой. Шо ой? Сову нашла? Ё-моё, так вот какая она. Нет, ну. Слышь, а если мы сову к нам на дерево посадим? Живую? Да нет, живую. Где ты возьмешь ее живую? Ну вот такую. А синички им расскажут, короче, или начнут совы к нам прилетать живые? Ну, а Калине же тогда прилетала. А что ты ее сам? Та находит сову, ищет, но побольше. А, да. Вот такую маленькую. Я хочу этого малыша. Интересно. Блин, ну не были. Ну хочешь, бери. Они все время приходят, уходят, помнишь, приходят, уходят. Помнишь, мы тогда здесь ходили, пришли, и ничего нет. Давай, я тебя угощаю, Катюня. На. Пьеро тебе сейчас оформлю. Он без дачи, правильно? Я же так услышал. Все. Шикардос. На, положи в кармашек. Сережка, а я думал, он рыбу же чистит, а он, оказывается, кукурузу. Я вижу, что не рыба. Кукуруза? Ну да, тебе. Слушай, а тебе надо что-то с рыбой. Да не, у меня с рыбой хватает, слава богу, теперь еще и пьеро есть. А вот нецки всякие интересные, а? Ты что? Не кость, да? Ну, выглядит как настоящий. Что, Катюшка, позалипала? Да. Валим дальше. Спасибо. Спасибо. Все. Гарного дня, да. Евгений с шедеврами. Тут не торопись, тут надо. Тут надо присмотреться. Возьмите. Девушка. Здравствуйте. Здрасте. Слышь, может, ты мне, может, вместо чашки еще одного деда подаришь? Индейца, а? Я вашего индейца на самое видное место присандалил. Такой красавец. Выхожу и просто был... Индейца, деда. Ну, деда, да. То он так его называет. Ага. Так тут посмотришь, они все индейские деды. Что, сеточка пустая? Салют. Нет, что-то уже туда подкинул. Уже. Пепельницу Маратику. Маратику. Ты не можешь. 100%, конечно. Я же для этого с собой ношу. Спасибо. Хорошего дня. Да, в поезде. В немецком. Ага. Новенькая. Вот Марат кайфанет. Здравствуйте. Ты что, мне чашку ищешь до сих пор, а? А так, смотрю. Смотри. Внимательно, Катюня, будет залипательно. Я бы кофейка уже выпил. Так сейчас поеду. Пирожки сегодня не попались. Ай-яй-яй, это не тут они. Да, я еще делаю. Все нормально, да, конечно. Конечно, да. Безусловно, да. Одна Наташа три изделия только забрала. Наташа только. 300. Хи-хи-хи-хи. Да что ты хихикаешь? Чашку мне хотела купить, получается, а все гроши потратила себе на чашку. Ёшкин ты кот. Сисикеч какая-то или что? Сансусичи. Посмотри, какая она. Изящная? Да, посмотри на это. Блин, она вообще ничего не весит. Угу. А?
комплекте. Ты вот встал, кофе выпил и уже да? День удался. Ёлки ты палки. Так я уже думаю, что я отказался. А это что ты будешь сюда класть? Маслинки, сыр, кофе. Кузнецов. Поздравляю. Плакала моя чашка, ёшкин ты кот. Сережка, не грусти. Да я не грущу. Ох, какой топор таких отродясь не видел, ты поняла? Смотри. Ну это какой-то сапожный. Да нет, какой сапожный. Да. Это под дерево кору рубать. Индейцы как себе эти пироги делали. 100%. 100% из этого. Ох, шикардос. А вот хорошая. Ага. Удивительные вещи. Катюшка, все, валим уже потихонечку, там уже. Я чувствую, что уже пересадили нам этот. Что сделали? Орхидею пересадили. Поехали забирать. А, орхидея же у нас еще. Да, короче, друзья, кольцо души с хорошим настроением для вас. Ха-ха-ха-ха. Как это? Отвез сейчас поедет, заберет орхидею из Крипфан. Всем пока-пока. Чао. Ой, братик, я уже не помню, она у меня уже 3 года. Ну, не, она со мной на кармане, да. Чашечку купил. А там где-то я видел, на углу у женщины продавалась. Оторвали. Ага. Будь здоровчик. Шо, всем пока-пока, чао, я же сказал уже, идем, молодой, бегом. Молодой там... человек, у которого мы купили Пиноккио, говорит, хорошую вы чашечку оторвали. А Пиноккио мы у кого покупали? Ну, мужчина там такой симпатичный. А, вот это вот? Да, я просто не знаю, как его зовут. Пиноккио, вот это? Да. Это же не Пиноккио. Пиноккио это Буратино, а это... Ой, господи. Артишок или как нет. Его? Нет. Здрасте. Артемон. Артемон то собака, короче. А это друг Артемона, елки-палки. Как его зовут? Геро. Геро. Все, благодарочка. Малина теперь нужна. А то бы я спать не лег бы с этим. Тихо, ша. Понятно. Все, никуда не торопимся. Тихо, горячо. Какие-то бусы. Вот тебе пиро. Там может другим разом. Ага. Так может, о, какой интересный, елки-палки. Стал, да, видно, что такое. Красавчик. То я понял, то в другой раз мы с детками зайдем. Мы же можем пройти мимо все время какой-то... Да мне не надо, слава богу, у меня он хватает, я этот... Все в порядок. Ага. А почем вот тот, короче, этот с колесницей красивый? Тот 2,5. Все, вот за него я буду, Центурион, буду мечтать. Всего хорошего дня, спасибо. Артишок Покемонович. Слышь, еще и ходят. И время правильно показывают, Катюня. Да. Балдеж. А там граммофоны. Да, да, ты видишь. Ой-ой-ой. Сережа? Это все будет нормально, не переживай. Ух ты. Музыка настоящая. Ты видишь, когда распродаж наша идет? Вижу, Сережа, вижу. О, смотри, Катюня, корыца какое, видишь? Под мой овес, да? Это просто корыца. Ага. Ну ладно. А вон фонари какие интересные. Угу. Скрипки, страдивари. Ох, топорики и лопаты. А что, по чехлу не видно, елки-палки? Что там? Как там? 7 слоев лака? Это ж секретные разработки. Ох, сегодня все подоставали тут. Ох, сегодня вообще шикардос. Вот это прицеп, скажи мне. 7 прицепом прицеп, да? А мы сделай фотку. Хорош. Красавец. Ну да, там копейки. Ох, ё-моё, вилка-ложка. Больше хвост. Даже, чем у нас. Это блюдо. Это хвост. Это хвост от блюда. А-а-а. Вот тебе, а. У меня тут
Скороварку помнишь такую? Угу. Тебе надо, у мамы есть такая. Это как это? Афганка за моего детства. А бидоны вот те с молоком. Ох, ё, да. Слышь, чайники какие пузатые, ты посмотри. Обалдеть. Это вот в таком в садике чай разливали. Или в школе. Я их посмотрел. Чай гитары, звонки. Ну все, поехали за орхидейкой. О, какой наборчик интересный, а? Угу, зеленый. Марату подсаке. Пока что Марату только алюминиевая пепельница. Ох, такую себе хочу, здрасте. Какую? Как? Представь себе. Макету? Да. Я вам... Здоровенькие были. Ты что? Так я как обезьяна начну лазить, меня же потом не снять оттуда. Блин, хорошая вещь. Это женская. Да? Кать, ты поняла? Я здрасте. Не создана для этого. Я тебя научу, это несложно. Купи мне дрель, она значит тебе эту возьмем. Осторожно. Я тебя научу. Ага. Все, и нормально, и сегодня прогулялись, шикардос. Вот видишь, какой номер стоит? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибочки, спасибо. Ах, Катюня. Вон, бинокль, как у нас, только маленький, поняла? Угу. Вот тот, что длинный. Хороший.